Такими песнями в Тайване воспевают красоту природы. Традиции тропической страны привез во Владивосток фолк-исполнитель Сангпуй. Фанаты прозвали его шаманом. Музыку древних племен юго-восточного Тайваня теперь услышат все гости фестиваля «Верокс». Похожий на папирус, тайваньский духовой инструмент называется просто би-би. Уже около 1000 лет на нем играют необычным способом – носом. Жители Тайваня верят, что именно этот орган человеческого тела может исцелить душу и подарить спокойствие. Да, у нас на Тайване есть такая музыка, которая обладает целительным эффектом. Не то чтобы конкретные песни, а сами мелодии. Я верю, что в каждой древней народности есть такая музыка и такие песни, которые могут исцелить наш дух и преодолеть трудные жизненные обстоятельства. Сангпуй в России впервые, надеется, что в этот приезд ему удастся вживую услышать настоящую русскую народную музыку. А пока мы спросили, с какими нашими музыкальными инструментами знаком Сангпуй. Варган. Варган. 4 года назад Сангпуй удостоился тайваньской музыкальной награды Golden Melody Award и был признан победителем в номинации «Лучший фолк-исполнитель». А услышать его выступление вживую гости и жители города смогут 6 августа в час дня на главной сцене фестиваля. Ольга Продан, Станислав Лазебный, новости на 8.